Пройти по этой части улицы Шаяхметова и не упасть в разрытые по обе стороны рвы – большая удача, говорят пешеходы. А чиновники объясняют, тепловики устраняют неполадки, выявленные во время прошлого отопительного сезона. Поэтому местным жителям придется потерпеть. На данный момент незавершенным у нас остается участок по улице Ерембетова-Рыскулова, где идет перекладка трубы диаметром 426 мм на более новый, который был ранее построен в 80-х годах. Работы будут завершены по графику сегодня вечером. Завтрашний день мы посвящаем заполнению этой трассы водой для проведения работ по опрессу. Хотелось бы попросить наших граждан выдержки, потому что есть определенные неудобства в связи с земляными работами, но эти земляные работы будут благоустроены в течение 10 дней. К работам, проводимым перед отопительным сезоном, с пониманием относятся только пенсионеры. Главное, говорят пожилые люди, чтобы до холодов тепловики успели привести отопление в порядок. Хорошо. А сейчас поменяли нам трубу, меняют, там ведут. Везде же асфальт, и, пожалуйста, иди. Почему? Нормально все. Пусть, если надо, интересно. А пройти езди. Чтобы отопительный сезон прошел без проблем, обновлением изношенных теплосетей сейчас занимаются сразу 4 подрядных организации. Эта работа находится на контроле у городского акимата. За счет городского и областного бюджета в этом году, знаете, что производится определенная большая работа. Это 15,2 километра внутриквартальных тепловых коммунальных собственностей, которые находятся, сети меняются. 1 километр большой магистральной сети уже поменялись. Все ремонтные работы запланировано завершить к 15 октября. Начало отопительного сезона зависит от погоды. А пока, во избежание трав, в местах, где идут работы, специалисты просят горожан быть осторожнее.